Сегодня произошло официальное подписание соглашения между дирекцией вторых европейских игр и Белорусским республиканским союзом молодежи. Предмет этого соглашения – совместная работа по подготовке и организации игр. И прежде всего мы надеемся на участие представителей Союза молодежи в таких ключевых направлениях, как волонтерская деятельность, работа студенческих отрядов на объектах игр и оказание помощи через членов организации, курсантов соответствующих учреждений в правоохранительной деятельности и соблюдение безопасности во время проведения игр. Любой молодой человек с территории Республики Беларусь, который желает и может участвовать в организации волонтерского движения и в организации вторых европейских игр, он может официально через дирекцию подать свою заявку. Ее обязательно рассмотрят. Что касается наших ребят, которые уже прошли не одну школу именно волонтерского движения, участвовали и в обеспечении волонтерской деятельности в рамках чемпионата мира по хоккею. Эти ребята уже имеют серьезный опыт, и, конечно же, здорово, что они смогут участвовать и в организации вторых европейских игр, в обслуживании в самых различных сферах. Также Союз молодежи будет активно помогать в деятельности студенческих отрядов, потому что наши ребята будут работать, нужны силы, нужны трудовые резервы. Здорово, что наши ребята со знанием языков смогут помогать.